И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это новый сезон. Новый сезон игры Ark. Сезон Scourge Earth. Выжженная земля. В конце прошлого сезона, последней серии, вы видели, как я хотел немножечко счетерить, облегчить себе жизнь, типа предметы закинуть и так далее. Но забыл, что... точнее, в голове моей помутнилось тем, как я проходил Вознесение, и все, что было в инвентаре, возвращалось ко мне. И я по-быстрому нажал «Окей», и все, что у меня было в инвентаре, все удалилось. Абсолютно все. И я решил, да какого черта? Давай начинать все сначала. Ну, единственное, только левел будет 114, а не голая жопа. Соответственно, и характеристики будут нормальные. Погнали. Загружаем выжившего. Да. Как видите, здесь у меня вообще ничего не загружено. Я без понятия, где что где. Но единственное, что я могу сказать, я где-то вот здесь вот вроде бы выживал когда-то. Но не знаю, опять-таки же, изи не изи. Кстати, вот смешно. Изи здесь, изи здесь, изи здесь. Но при этом хард тоже где-то тут недалеко. Вот он хард. И вот на изи. Смешно. Но погнали здесь. Так, спаун на выжившего. Надеюсь, не сдохну в первые секунды. ХП, хотя у меня много. Должен выжить. О, яркость была все-таки включена. Ну, нормас. Что еще сказать? Я думаю, лучше сразу же инструменты себе сделать. Да уж. О, прокаптодонт. Ох, господи, марлохопс. Опача, вы с кем-то там воюете? Так, отлично. Походу, у меня скоро будет кожа. Так, там добили? Надеюсь, что добили. И камешек собрать не повредит. О, вот и камешек. Опа, чё? А вот это фигово. Микрораптор, это очень фигово. Я их ненавижу. О, прикольно. Вода. Надо строиться около вот такого источника, так как мне нужна будет ферма обязательно. И, соответственно, нужно что-то будет придумывать. Так, это у нас как-то сято. Вы должны же собраться как-то. Песок, камень собрал, это хорошо. А вот как-то сято что-то не собираются. А, нет, собрались, это обычное растение. А, господи, забыл, у меня же этот выданный. Ну и ладно. И да, Леву, самое обидное, я потерял. Эх, ужасно. Ну, что поделаешь? Лох — это судьба, а у меня это призвание. Так. Все по дефолту, все по стандарту. Кирочка. Начало выживания. Тысяча, то чертово веселье. Я думаю, в первую очередь... Нужно будет найти место под постройку хотя бы первоначальной кибитки. То есть реально просто построить так, чтобы было. Вот реально так, чтобы было, чтобы хоть что-то, хоть как-то, хоть где-то. А где они еще кого завалили? Мне кожа-то не повредит. Ну и фиг с вами. Так, о, кстати, это не то. 7. О, могу сделать. Отлично. Вот болос мне точно спасет жопу. Так, где топор? Топор, огонь. Так, сейчас все это выкину, секунду. Так, отлично. Все лишнее повыкидывал. Все, что посчитал на данный момент нужное, оставил. Болос есть, болос лучше поставить пока сюда, здесь он будет сейчас нужнее.
Ну и погнали. О, у меня столько заметочки. Кстати, экспата сейчас мне дается. Какого фига он не качается, а? Опа, чё? Шипастый дракон. Иди-ка в задницу, ты мне... А, еще один. Так, заметочка подождет, иди-ка нафиг. Офигеть. Вот это вот выживание. Я его просто заметил из-за того, что они ворчат. Они ворчат громко. И прикольно. Но, блин. Да. На парашют не хватает кожи. Окей. Гриф. Гриф вроде бы не агрессивный. Так. Дедикурус. Нет, он его сожрет. Я все-таки хотел бы к заметочке сгонять. Ладно, у меня скорость дофига. Они меня не догонят. Единственное, что только что иголок в спину накидают. Двадцатая заметка Хелены. Так, XP идет плюсом. Но, почему он не качается? О, пошел качаться. Во, вот это я и хотел сделать. Фух, все, экспа пошла. Я думал, просто если у меня застопорится развитие, то это будет ужасно. Это ужасно, когда ты застопорен в развитии. Так, что я хотел глянуть? О, кстати, зовите премию. Какого фига? Синоги Арс. Да, так правильнее. Создать племя. Отлично. Венгеру, все как положено. Я слышу, как будто кто-то ко мне топает. Так, так парусник это был открытый, ну да. У меня сейчас, по сути, лук только откроется. Так, лук. Но опять-таки же, я не могу им пользоваться до экстиншена. Ой, до аберрации, господи, все, у меня с этим экстиншеном ужас. До аберрации. О, я вижу паразавра. Я вижу паразавра. А с кем он там воюет? С скорпионом. Да ты серьезно? Что-то тут, короче, ужасно. Ужасно. Я один раз выживал, и то так, непонятно как. Ну ладно. Ладно, побегаем, пособираем, полутаем. Собирал один такой. И сюда. Сейчас тебя на кожу пущу. Не хочешь? Это хорошо, что не хочешь. Хочет. Давай, раскручивай, ты чё? Он у меня один, не дергайся. Мне показалось, что со спины кто-то подходит. Фу. Стой, не дергайся. Козел! Еее! Попал! Ну теперь иди сюда. Ну нет у меня копий, что поделает? Тут тебя киркой убивать, это как убийство ложкой. Хотя нет, дамаг-то дофига это. Вот кулаком бы убивать, так убийство ложкой. Еее! Фу, клево. Вот теперь у меня есть кожа, и парашют можно сделать, и болосов еще, давай, все пригодится. О, все, живем. О, клево, тушканчик. Надо притомить обязательно. Но для начала нужно себе сделать дом. И я реально задумываюсь о том, а почему бы не сделать дом там, где я появился. Ну, реально, место хорошее, в том плане, что есть этот вода. И вполне, ну, такое плюс-минус безопасное место. Да, в дальнейшем лучше отсюда переехать, потому что место не очень. Но первый домик построить было бы неплохо. Ну, по крайней мере, так выжить будет легче. Вот, если я еще найду, где есть вода вообще находится в целом. Хотя, с другой стороны... да, ну в жопу, плохое место, место говно, говно, место, место говно. Пошел ты в сраку, дурак, что ли? Ох ты, матрица, нафиг. Фух.
вот это у меня сейчас все внутри сдавило. О, вот это сейчас это. О, ой, ну в жопу, место говно. Я тебе говорю, место говно строится здесь. А, да пошел ты в жопу! Пегамасракс! Кремень спер, гад! Надо пистолет было уже давно сделать. Ну ладно, кремень спер, фиг с ним. Сраные тараканы. Хотя с другой стороны, че это сраный таракан? Иди сюда. Первый пошел. Хитин. Мне. Слышь, мелкая тварь. Вот это, короче, ты зря. А, че, у меня же там мультитул был, точно. Черт побери. Погоди-ка. Я слышал, что ты там что-то говорил? Тушка. Только не говори, что сейчас будет буря. Вот мне ее сейчас бы еще не хватало. Так, я точно могу сказать, нужно срочно строить дом. Около воды это небезопасно, насколько я помню. Ну и нафиг эту воду. Погнали все-таки обратно наверх. Потому что около воды, если не ошибаюсь, там всякие капразухи, бла-бла-бла, вот это все говно, это опасно. Опасно! Ну ладно. А вот здесь, я думаю, будет нормец все-таки. Нормец, сказал один такой, и увидел ужасную птицу. Но она забагалась. Это выдется, да! Опа, че? Ты че, дурная? Не, ну это хорошо, что ты дурная. Стоять! А, вот дурная очухалась. А, блин, она... Мне показалось, что она это, еще это... Живая. Отлично. Боже, 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 боже. Здорово. А теперь вторая. Нафиг! А чё на нее не сработало? Страшно-то как, а? Блин. Тут нифига не безопасно. Надо летуна себе притомить срочно. Так, погоди, давай дубль 2. Чего она не сработала? Она ком? В смысле она? Я ни за что не поверю, что птица бы отцепилась. Вот просто... Ага, вот. Окей. Не зря вернулся. Здорово. Кремешка, кстати, надо добыть, которого у меня сперли. Мне кремень еще пригодится. Хотя не факт, я вроде бы уже все сделал кремниевое. А, одна починка надо. Ужас. Ужас. Че ты плохо добываешься? Спасибо. Там было два просто. Что, страшно? Я лучше болос возьму в руки. Так, там каменный голем, это я помню. Блин, точно, здесь же на любом шагу может быть каменный голем, а я их не различаю по цветам. Ну, в смысле, вот при таком свете их и не различить. Так. Ужасно. Ужасно, я теперь реально каждого камня шарохаюсь. Потом, когда труба появится, там будет легче, они должны, по идее, подсвечиваться будут. Слушай, а чё то место? И это место. Мне нужно, чтобы вода была доступ. Ладно, поищем. О, клёво. Лазит анкилка, лазит процерарий. И я вижу кучу трупов. Будущая кожа. Вот это сейчас мне фартануло жестко. Спасибо вам, братва. Очень жестко фартануло. Ух, еще и кератин. Ну, теперь точно у меня на седло есть хитин и кератина. Самое главное, мне им под руку случайно не попасть, точнее, под лапу. Блин, я все еще ищу. Да, перекурос. А! Блин, опять упал. Да что такое? Надо аккуратнее. Я постоянно падаю куда-нибудь. Ну, внизу-то там точно страшно. Я помню, там какая-то жопа творится. Блин.
А ты не знаешь, куда идти? Сердечки должно показывать. Вот тварина. Смотри, по деревьям прыгает. Знаю я вас. О, прикол. Слышь! В задницу иди! Тварь! Они страшные. Я их ненавижу. Чё, дерево на дерево прыгает? Прикинь? Они когда на дерево, они в безопасности. Офигеть! Этого еще не хватало. Это здесь голем должен лазить. Я вот так и вернулся на то же самое место. Какого фига? Я кругаля сделал. Ну классно. На волков нарвался. Ну, как минимум на волка. На волка. Аргентавис. О, водичка. Блин. Да что ж такое-то, а? Тут что-то выбрать место много сложно. О! Ох, господи, я думал, каменный голем ожил сам по себе. Козёл. Ну, блин, не знаю. Придется по ходу дела строиться там, где построюсь, а потом уже это... Вода не вода, пофигу, будем этим пытаться. Сочной мякотью кактуса. А, подожди, она ж воду не дает. Блин. Срань. Страшно до удара. Да блин, сраные пегамосраксы пошли в шопу. Слушай, а погнали в то место, где я до этого... Я же знал, что тут говно внизу творится. А, там ужасная птица бежит. Ага, скорость прокачана. До удара. И выносливость есть. Чуть-чуть. Потому что я решил, что много выносливости мне не нужно. Я ее сделал поменьше. Ты серьезно? Ты до сих пор за мной бежишь? Пошел ты в жопу! О! Зацепился! Блин! Парашюта нету! Да твою мать! Да пошли вы! Зачем я спрыгнул? Я тут просто не думал, что он зацепится. Бежим! Бежим! Да твою мать! От одной убегаю, друг к другой прибегаю. Сраные куропатки! Пошли все взад! В задницу все пошли! Только не ко мне. Ужасно. Ужасно. Вот, я пришел в итоге к тому месту, где я тогда строился. Один раз, который когда выживал, здесь я в итоге и строился. Такое себе получилось, честно, что там я понавыживал. Но зато здесь есть кактусы, что пожрать можно. О, Тушкан. Здорово. 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 Может, мы с тобой и подружимся. Такс. Ракоптодонты. Марилоскопсы. Или как они там? Марилоскопсы? Не, Марилоскопсы вроде бы. Там дедикурусы. А, тут козёл! Да пошёл ты в зад, гнида! Ну почему? У меня волосы закончились. Ну ты и тварь! Так испугала, просто до удара. Чему они закончились так? Ладно, будем строиться здесь. Здесь хотя бы места для меня знакомые. И плюс-минус центр карты. Столько бегал, а пробежал всего лишь 2 метра. Фух. Будем строиться здесь. Построил дом. Ресурсы закончились. Хотел только на это. Блин, клёво. Клёво. Но... О-о-о, там шипастик. О, шипастика завалили. Кайф. Кайф, погнали. Кожа. Кожа, мясо, все дела. У-ху. Спасибо. Еще тут там смотреть в инвентарь можно. О, кайф, пойдет. Ну, поломал, и на том хорошо. Ну, надо, кстати, дерево добыть.
Да, вот теперь домик построен. Но жарко до удари. И, кстати, да, когда я волновался идеей, я что-то забыл, что сочная мякоть здесь стал срачки. И восполняет она еду прям пожескачу. Здоровье не знаю, как восполняет. И я думаю, именно из-за этого придется хавку делать. Но вот еду восполняет просто до удари. А вот ягодками приходится пока буду восполнять. Да, восполняет, но как-то не очень. Хотя можно Мэрилазуху. Подожди, надо почитать, как тебя зовут. Такс. Мэрилатопс. Мэрилатопс. Мэрилазхопс. Мэрилатопс. Окей, надо запомнить. Не запомню. Можно Мэрилатопс притомить ради воды? Ну блин, слушай, вода мне нужна не только для питья. Вода мне нужна для того, чтобы растения высаживать и так далее. Да, вариантов нету. Ну ладно. Такс, и нужно, я думаю, сразу же притомить Тушкана. Тушкан это у нас дубина. Я думаю, будет самый лучший вариант. Урона нанести должно мало, а вот оглушение принесет много. Еще найти будет эту дубину, вообще красота. Пополнить меня, блин, еще одной. Что мне нужно? О, кстати. Этот костер-то я сделал. Что, зря что ли? Мясо там жарится, дела. Угу, мясо собрался жарить. Тут помереть можно от жары. Кстати. О! Сопротивление жары получше. Клево. Так, и дубиночка. Так, где тут тушканчик, который бегал? Блин. О! Так, стоим бам. Вот так вот, а. Я же говорю, так безопасней. Он даже не понял, о чем идет речь. Кстати. Блин. А чем вас кормить? Жабарики, наверное? А чем еще-то? Ну, подождем. Ах ты, блин, одну ягодку схавал уже. Клево. Они так быстро томятся. Первый левел, как бы. Че там? Делов-то. Даже вот оглушение не успеет спасть, как уже притомиться. Клево, 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 клево. Вот жаль, вот это вот трофейчики исчезли. Левка исчез, и трофейчики исчезли. Блин. Обидно. Но зато теперь есть у меня тушканчик. Так, мажаберки оставим тебе. Ей, клево. Клево, 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 клево. Тушканчик, это супер. Да. Так, ну-ка. Хоп-хоп-хоп. О, боевая подруга. Действие. Почти. Точно. Почему радар? Ну, потому что по заметкам первопроходцев. Первый Дина, кстати, тоже был тышканчик у Хелены, и она назвала его радар. Точнее, ее. Почему бы и нет? Будет тоже радаром. Качать? Естественно, хп. Ты че? Блин. Такс, и что у нас в плане порчи? Естественно. Вот ты и будешь в себе хранить все вот это дело. Чтоб не портилось. О, вес тебе достаточно, и мясо тогда тоже храни. Ну и тухляк-то пускай тоже у тебя будет. Такс. Иди в дом. Тут безопаснее. Тут не поймают тебя. Здесь. Во, клево. Такс, и тебе нужно пассив и отсвистеть. Класс. Вот такие вот дела. А, кстати, чё, стоять. Все, вот теперь уже точно можно сказать, что все. Ну, что? Домик первый готов. Второй сезон начат. И первый Дина уже тоже есть.
Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.